преддверии Дня студентов всероссийская акция «Студенческий десант» стала уже традиционной. Ребята из разных вузов и СУЗов третий год подряд пробуют себя в качестве сотрудников правоохранительных органов. И вместе с ними выезжают на места ДТП. Сегодня мы с ребятами выехали на два дорожно-транспортных происшествия. Это столкновение машины «Газель» с легковым транспортным средством и наезд на пешехода. Ребята посмотрели, как оформляются дорожно-транспортные происшествия, приняли участие в этом самостоятельно, пофотографировали, засняли следы торможения, взяли объяснения с пешеходов и с водителей. Сегодняшний день выдался щедрым на правонарушителей, так что скучать участникам эксперимента не пришлось. В университете разных специальностей студенты учатся, и не только юридического. И для этого акция предназначена, чтобы с разных специальностей студенты участвовали. Это очень интересно, я уже участвую второй раз. Как ты думаешь, ты могла бы работать в этой сфере? Я хотела, но пошла на социолога учиться. Но думаю в дальнейшем на юридически поступать, чтобы дальше себя связать с этой специальностью. София Бузунова, Константин Васильев, ЗАП ТВ.